5 и 6 декабря четверо автовладельцев Мордовии лишились своих машин в результате пожаров. Череда огненных происшествий началась с Чамзинского района. По системе 112 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании Форда 2004 года выпуска. Иномарка сгорелась на ходу по пути на местный завод. На момент возникновения пожара за рулем автомобиля находился муж собственницы. Мужчина 1958 года рождения. Во время движения он почувствовал запах гари. Остановился, открыв капот автомобиля, и увидел пламя. В результате пожара поврежден автомобиль на площади 1,5 квадратных метра. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Спустя час на улице Петрова в Рузаевке загорелся гаражный бокс вместе с иномаркой 1996 года выпуска. Очевидец, он же владелец одного из соседних гаражей, заметил дым и вызвал огнеборцев. Вскрыв бокс, людей внутри они не обнаружили. Пламя повредило строение на площади 24 квадратных метра и старенький поло. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется. В Ковылкине желание самостоятельно потушить очаг возгорания едва не привело к печальным последствиям. 6 декабря в 5 часов утра местные пожарные получили вызов о горящей машине у дома на улице Железнодорожная. По прибытии пожароспасательных подразделений наблюдалось горение автомобиля «Лада Гранта» 2014 года выпуска, принадлежащего мужчине 1996 года рождения. На момент возникновения пожара в автомобиле находился отец собственника, который попытался самостоятельно потушить возгорание. Однако сделать ему это не удалось. В результате пожара поврежден автомобиль на площади 1 квадратный метр. Причина пожара – неисправность топливной системы. Причину четвертого за сутки пожара, повредившего иномарку в поселке Ивас, еще только предстоит выяснить местным дознавателям. Очевидцы заметили возгорание, когда автомобиль 2006 года выпуска горел открытым пламенем. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Анастасия Семшева, программа «Происшествия».